И сегодня наконец-то вышла третья часть про Happy Wheels. Только сегодня мы не будем играть в Happy Wheels. Мы будем играть в Piano Crush. Начинаем. Я вам расскажу об этом приложении поподробнее. Это прям как на пианино. Только здесь надо, можно сказать. Вот смотрите, например, я захожу. Здесь говорят, что ты научишься играть на настоящем пианино. Не знаю, может быть, это правда. Посмотрим, если это правда. Скоро подарочек. No habla español? It's hablo. It's hablo? Yes. It's hablo. No hablo español. Dance Monkey, давайте попробуем. На рояльном пианино. Подарочек, давайте я его открою. Алло, вот. Понятно. Давай посмотрим ее до конца. Дошли до 15-го! 15-го! Так вот. Я вам показала это предложение. Давайте в Хавану. Хавана унана. Guys, I found this great game. It's like they made it from the actual ads that we always see. You know, except this one's real. It's not a garden game. Anyway, it says, let me out. How can I open this door? Well, it starts out easy. Obviously, you choose the axe. Boom. But guess what? Later, you go. Нет. Ладно, не понимаю. Ладно, всем пока.
вы были на канале Луки Пик, пожалуйста, я вам сразу говорю, не выходите ни в коем случае из дома. Если вы смотрите это видео, пожалуйста, создайте этот канал. Тогда, если вы, да, если я смогу, в комментариях вы напишите ваш канал. И если я посмотрю, что у меня будет 4 подписчика или 5, тогда я на вас подпишусь, тот, кто написал в комментариях. И поставлю даже лайк.